в летающую тарелку присесть. За что тебя, братуха, остановили? Точно летающие. Здравствуйте. За что тебя остановили? Через такой. А где документы твои? Ничего не давал? А что они собираются делать? Ты данные свои назвал? Ну да, правда. Зачем? Немного. Расскажите, расскажите, Олег. Виталий, ты же инопланетянин? А? Ну ты же инопланетянин. Я просто прибыл. А можете представиться? Про летающую тарелку, про инопланетянин. Не, мне этот интересует. Мечтал на инопланетном корабле. Вы закулисы. Вот это? Да, да. Не, не, не получается. Что-то плавает. Не плавает он. Что-то путаешь? Да. Кныш, Виталий, подождите, 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 там много, пожалуйста, товарищ полицейский, дайте, много? Возьмите, там вам запрещено его оставлять. Кто вам сказал? Я вам просто говорю. Вы ошибаетесь. Дайте, подождите, мне вот этот человек, там много информации для меня. Какой для вас? Ну вы очень быстро, Извините, извините, я показал вам, сколько еще раз вам показывать. Ну мне как мне... Вы даже меня знаете. Я вас не знаю. Вы очень хорошо. Я вас не знаю, еще раз говорю. Я говорю, не знаю. Покажите службовое посвечение. Блять, сколько нужно, столько и будешь показывать. Не надо ругаться. Кныш. Виталий Васильевич. Ты что, блядь, задроченный или что? Я говорю, покажи. Не стоит оскорблять. Просто не стоит. Покажи. Я вам показал два раза. Сколько вам. Я не успел прочитать. Пожалуйста, прочитайте. Прочитайте, сколько вам удобно. Прочитайте, будьте любезны. Я говорю, да, я ознакомлюсь, говорю. Держи я его знаю, нормально. Еще раз показать, я не знаю, сколько вам даст еще показывать. Предъявлять. Сейчас это новый тест. Николаевич, включил камеру. Я говорю, ты невменяемый или что? Как невменяемый? Три раза вам признаю. Ты что, дурной или что? Как? Ну, дурной? Покажи, пожалуйста, службовое посвечение. Предъявил. Службовое посвечение, покажи. Показал вам три раза, сколько еще надо показывать. Слышишь, ты потом будешь по-другому разговаривать. Я говорю, с вами разговариваю. Я говорю, держи просто, чтобы... Я говорю, покажи. До полного ознакомления, без лишних предметов. Предметов у меня здесь лишних нету. Здесь лишних предметов нема. Вот, да, я ознакомлюсь, говорю. Пожалуйста, читайте, сколько вам удобно. Сколько вам удобно, читайте. Я говорю, да, я ознакомлюсь. Дело в том, что еще обратную сторону медали надо. Потому что... Ну, она у всех, вы поняли? Это медаль, не сторона. Я понял. Вот, интересно. Я говорю, прямо, товарищи лидеры, прямо. Без лишних предметов. Вот, это медаль. Что это медаль, такое? Медаль, полиция. Медаль, дальше. Медаль, Министерство внутренних справ Украины. Обратную сторону. Кныш, что дальше? Кныш. Виталий, что дальше? Васильевич. Дальше номер, я еще сверить. Виталик, а правда говорят, что ты пьяный? Номер. Постоянно. Постоянно. Но если говорят, значит, пускай будет так. Это правда, конечно. Да, да. Да. Что, не знали, что я алкоголик? Вы с какого райотдела? Ну, я могу потянуться вам 20. С какого вы райотдела? Как вы думаете? С какого вы райотдела? Вы все знаете. Люботинский. Дайте, я ознакомлюсь, там есть информация. Какая информация? Я сверю номер жетона. Номер жетона. Вы не уедете. Ну, я вам говорю, что вы покажете так, как полагается. Мы поедем. Не поедем. У нас вызов. Мы поедем. Не поедем. А я говорю, нет. А я говорю, нет. Ну, посмотрим. Мы поедем, однозначно мы поедем. А вы сплачиваете? Ты что, самоуверенный или что? Как? Ну потому что люди ждут, подрез Березовки, как вы думаете? Конечно, я поеду. Подрез? Конечно, да, если хотите, поедете с нами. Подрез? Поможете, а что ты тут делаешь, если у тебя подрез? У меня территория обслуживания что такая. Что ты тут делаешь? Спросите, тебе нужно на вызов ехать. У водителя данного транспорта. Что спросите, водитель нарушил? Что водитель нарушил? Спросите у него. Что, он не говорит ничего, просто догнали. Да никто не догонял. Показывай посвечение свое. Что там у тебя есть? Телефон еще интересно. Показывай свое посвечение. Ебай, потом будешь сильно очень обижаться. Вадик, я вам показал. Ну, 4 я раза. Я говорю, нормально, возьми вот так вот, на, смотри, вот что-то. Зачем я, чтобы кто-то это... Я понимаю, что вам скучно, да, вы там хотите что-то, не знаю, придумать. Я говорю, я, покажи. Да, я показывал удостоверение, что надо. Покажи паспорт нормально, такой, я прочитал фамилию, имя, а дальше? Где мой телефон, набери, пожалуйста. У нас мощность, а причем дежурный звонит. Дальше показывайте мне посвечение. Набери. Упал. Смотрите, раком стоит уже. Набери мой телефон. Или вы наберите, Вадик. У вас есть мой телефон? Наберите, пожалуйста. У меня долбоебов телефонов нету. А зачем вы меня оскорбляете?
А ты что, себя считаешь за него? Ну вы на меня сказали. С чего ты взял, что ну, я тебя? Попросил набрать мой номер телефона. Мне говорят, долбоебов нету телефона. Вы начинаете это, гадости говорить. Какие гадости я говорю? Ну, зачем ты? Это инопланетян. Кого? Я что, на него говорил? Это инопланетян. Что ты начинаешь? Будет потом обижаться сам на себя. Я могу свое показать, как бы без вопросов, на все вопросы отвечу, вот. Которые интересуют, вообще без вопросов. Ну я потом как скажу. Зовут вас? Как зовут вас? Да не называйся, говорю, зачем? Ой, подожди, стой, подожди. А иди сюда, братуха. А мы еще встретимся, подожди. Мы еще встретимся. А что они тебя так резко отпустили? Что вы подъехали, может? Ну, ты на самом деле не нарушай, там, я не знаю, ну, как минимум пьяным не надо ездить. Да я вроде... Она это... Пьяный. Тут 49 где-то. А мне бабки просили? Да, конечно, блин. Бабки просили сколько, братан? Ну, мы еще... пока шли, правильно? Вот когда шли, шел. А сколько она, ну, пугала, да, статьями там типа разные? Типа сейчас эвакуатор приедет, заберет. Так, телефон. Ну, бабки, я же тебе сказал, что она... Сколько говорил баба? Конкретную сумму говорил или... Он говорит, 17, да, что говорит, в смысле? Тысяч? Ну, наверное, не гривен. Блядь, надо ему заняться. А он за, он тебя за пьянку или за что? Просто тормознул, не, через переезд. Ты ехал сюда, они же стояли туда, мы знаем, мы за ними стояли. Ну, я через переезд переехал. И он тебе палочку или как вытянул? Ну, я выскочил. А, выскочил. А теперь отпустил, да, тебя палочку? Хотел бабок просто. Ну, да. Все, смотри, есть группа «Надзор Харьков». Да, запиши, там есть у тебя? Конечно, надо. Если вдруг, если вдруг они тебя остановят, пишешь туда. А, ну, «Надзор Харьков». Это в группе где? В какой? Телеграм. Телеграм, да. А, так и называется. Да, пиши в Телеграме. Есть у тебя Телеграм? Да. Пиши. Нормально. И строите себя святого, сука. Так. «Надзор Харьков». Где тут поиск? Где тут его набирать? Так и набирать? Да, «Надзор Харьков». И наш тут мы сейчас спешим тогда уже. Интернет вот. Первый. Да. Сюда присоединяйся. Сюда присоединяйся. Вдруг остановила полиция, сразу же пишешь нам. Ты здесь живешь? На Мерефу в обратную сторону. Харьков. Это я. Прикольно. Понял? Если вдруг тебя остановили и кошмарят, сразу пишешь нам. Этот... Так это же они сейчас, наверное, будут где-то, блядь. Ну вот, позвони. Напишешь, напишешь нам. Позвони, напишешь нам. Ой, сейчас они вдруг... Да, да, пишешь. Да? Все. Все, мужики. Давай. Спасибо. Друзья, ну как-то так спасли очередного человека, где хотели развести, вернее, его на бабки на 17 тысяч. Непосредственно вот этот экземпляр, кулиш, ссылочка где-то вот здесь будет. Вы посмотрите, как он себя ведет. Поэтому, друзья, все. Вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а я погнал дальше. Все, всем пока.